играешь? Чем ты занимаешься? Ак? Зачем тебе столько кукол? Они же все одинаковые. Куколка. Маш, иди поиграй. Слушай, подари мне такую. А я думала, у тебя настоящее хобби. Это что за страшилище? Ой, какая хорошенькая. Ну ничего, потом детям своим отдашь. Играть будут. Надо продавать. Деньги зарабатывать. 40 лет, а все куколки покупает. Лучше бы ты эти деньги на что-то полезное потратила. Лови мемчика.